Победы, во-первых, ну, традиционно как удалось забить? Ну, подняли на середину, бросил, там наши нападающие покопали и зашла удачно. Спасибо партнерам. Слушай, смотрела, было такое впечатление, что очень много таких каких-то глупых потерь было. То пас не дошел, то чуть вперед ушел, то получить не смогли. Ну, в первую очередь, я считаю, это акклиматизация, то, что в 6 утра у нас получается в московском играем. И очень тяжело это было вначале ходить, потом как-то раскатились и нормально, Ладно, в деле. В третьем играли как, на удержание? Более нервно прошла. Ну, нам сказал тренер более строго сыграть. Мы сыграли строго и довели до победы. В принципе, все.